В историко-культурном центре состоялась краеведческая конференция, которая была посвящена 90-летию Ленинского района. С докладами выступили и члены общества краеведов, и рядовые жители, интересующиеся историей родного края. Одними из них были преподаватели Видновской гимназии, представившие свой проект виртуальных экскурсий по достопримечательностям муниципалитета. Мы решили объявить, что родной край может быть территорией образования. Только это не тот случай, где читают лекции, а это изучение городского пространства, в котором мы живем. И на площади мы видим не просто администрацию Ленинского района или администрацию города, а мы видим отголоски мировой европейской архитектуры Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Возрождения. Работа по подготовке проекта шла на протяжении 7 лет, и ее итогом стало создание сайта mhkclub.ru, где любой желающий может узнать о стилях мировой архитектуры на примерах знакомых нам сооружений. Сайт представляет собой совокупность 3D-экскурсий, совокупность 3D-прогулок виртуальных, которые позволяют, не выходя из дома, побывать в разных уголках нашего района, например, посетить церковь Преображения Господня в селе Остров. Можно также посмотреть на водонапорную башню, узнать информацию об этих архитектурных сооружениях. Краеведческие конференции проходят ежегодно. На них рождаются идеи для создания новых книг и экскурсионных маршрутов. Самое главное, что краеведы прививают интерес к истории своей малой родины молодому поколению. У нас очень многие школьники сейчас проводят тоже краеведческую работу. Они вводят экскурсии как по своим школьным музеям, они участвуют в нашем конкурсе «Наш край», пишут замечательные работы, вот сейчас мы скоро будем подводить итоги, очень интересные работы, и в дальнейшем эти школьники самые настоящие кандидаты для нашего краеведческого общества.